Друзья, приветствую всех на своем канале, с вами снова Алекс, и это канал Game Stories. Мы продолжаем играть в Ведьмака, и сейчас идем на встречу с Роше в его лагере, потому что он попросил нас помочь с Бьянкой, если что-то не так. Давайте разберемся и узнаем, что же хочет от нас непосредственно Вернон Роше. О, неплохой девиз. Думаю, бордель открыть. Геральт из Ривии. Живой и здоровый. Ты что здесь делаешь? Гоняешься за Скаэтаэлями? Ты шутишь. Кого сейчас заботят Скаэтаэли? Сейчас на карте судьба Тимерии. Говорил, у тебя какие-то проблемы? С Бьянкой. Она взяла пару людей и ушла за реку. Бить нильфов в Еворнике. И что? Вроде партизаны этим и должны заниматься. Да, если им приказали. А я запретил ей покидать лагерь. Бессрочно. Зачем Бьянке этот Еворник? Понимаешь ли, тамошние мужики нам как-то помогли. Нильфгардцы об этом прознали. И теперь появилась информация, что они собираются устроить карательную экспедицию. Повесить каждого пятого. Или что-то вроде того. Кажется, я понимаю Бьянку. Непонятно только, почему ты против. На войне умирают люди. Не только солдаты, но и гражданские. Всех не спасешь, вот и все. Мне казалось, ты идеалист. Ты не ошибался. Только у меня один идеал. Свободная Тимерия. Ради него я пойду на все. Ладно, у тебя проблемы с дисциплиной. Я-то как могу помочь? Не думаю, что Бьянка вошла в деревню. Скорее, она с ребятами засела в соседнем лесу. Надо найти ее, пока она не пошла в атаку, и остановить. Ты мастер читать следы. Помоги мне. Хорошо. Можешь на меня рассчитывать. Спасибо, Геральт. Я твой должник. Тогда встречаемся в Велине под деревом висельников. Оттуда до Еворника рукой подать. Друзья, и сразу вводное, если выберете второй пункт, то Геральт уйдет, и вы просто провалите миссию. Как следствие, Бьянка умрет, и Вернон Роше просто не захочет больше иметь с вами никаких дел. Так, ну а теперь нам нужно встретиться к дереву висельников. Достаточно далеко. Ну что ж, нам не стоит затягивать, потому что это тоже влияет на то, что Бьянка может погибнуть. И нам ни в коем случае этого нельзя допустить. Посмотрим. Есть еще, кстати, один баг. Иногда при выполнении этой миссии нет висельников на дереве. И, как следствие, верно на расчету тоже может быть. Попробуйте сохраниться и перезагрузиться, иногда это помогает. Незавершенная книга. Интересно, почитаю потом. Деревня внизу. Там уже черно от нильфов. Они казнь готовят. Бьянки не видно. Она порывистая, но не дура. Ждет удобного случая. Может, хочет ударить после захода солнца, когда... Что еще? Люди трое, легко вооруженные. Пытаются подобраться поближе. Там у... Смерть черным! Атме! Кирхе! Похоже, мы опоздали. Так, мы не успеваем. Бегом, Роше. Шевели батонами. Так, я думаю, тут можно даже не останавливаться. Ай-яй-яй. Больно. Неприятно. Нильфгардский офицер. Да в смысле? Я же стоял вообще с другой стороны. Издеваешься надо мной, да? Хорошо.
Вот это я понимаю. Этот паренек мне снес просто почти все здоровье. Хорошо. Давай. Оп. Двойной удар. Даже тройной. Неплохо ты копьем орудуешь. Ребята, на максимальном уровне сложности достаточно легко потерять Бьянку. То есть, видите, при условии даже, что я ей помогаю. Да что ж ты будешь делать-то? Все блокирует. Хорошо. Неплохо. То есть при условии даже, что я ей помогаю, она уже просела на пол хп. Но нам нужно идти быстрее других замочить. Верун Роше тут сам уже почти со всеми справился, поэтому... Вот, зараза. Бьянка, мать твою, ты рехнулась! Ты игнорируешь приказы, идешь на самоубийственное задание, и вместо того, чтобы надеть кирасу, ты лезешь в бой в рубахе, раскрытой до пупа, с сиськами наружу! Ты мне не отец, Роше, и не тебе говорить, как мне одеваться! Я твой командир, и ты будешь меня слушать! Ты по-прежнему в армии, мать твою, за ногу! Я не могла их бросить, они нам помогли! Дело солдата, Бьянка, убивать, а не спасать. Если тебе это не нравится, иди к сестрам Милители. Учись на знахарку. Ёбаный хер. Давай оружие. Получишь обратно, когда образумишься. Если образумишься. Идем. Так наш капитан еще жив? Ого. Похоже, вы взяли пленного. Мы пленных не берем. Роше, ты забрал мой меч, но я и так справлюсь. Оставь его. Хватит здесь трупов. Что? Ты меня слышала? Да, и я поверить не могу. Он пришел, чтобы убивать гражданских. Он нас видел. И ты дашь ему просто так вернуться к своим и все рассказать? Имгыр и так знает, что мы убиваем его людей. Пусть увидит, что мы умеем проявлять жалость. Биороши, мне не нужны проблемы. Ну, с одной стороны, да. Ребят, если что, этот выбор абсолютно ни на что не влияет. Так что... Роше, это жутко благородно и все такое, но так вышло, что я работаю на нильфгаардцев. И мне с ними больше проблем не нужно. Не нравится мне это. Но я не хочу тебя подставлять. Вот и отлично. Хороший нильф, мертвый нильф. Я его удавлю, как... Отойди, я все сделаю. Нейн, Трокаир. Ладно, идем, пока патруль не появился. Спасибо, Геральт. Если вдруг что, ты знаешь, где меня искать. Друзья, ну что ж, вот такая история. Зириканская смесь. Мы помогли этому поселению, спасли их от нильфгаардцев. Да, вот такие вот они люди приходят просто убивать с Нарттимирского особого отряда. Неплохо. Меч Марибора еще. Что поделать? Но... имейте в виду, если... хотите, чтобы дальше Верн Роше относился к вам хорошо, вам в любом случае придется спасти Бьянку. Если нет, можете бить кого хотите, как хотите. В принципе, без разницы. Вам опыта дадут абсолютно столько же, сколько и мне дали на текущий момент, но отношения с Верном у вас абсолютно расстроятся. А если вы потеряете Бьянку и позже придете в лагерь, он скажет, что он похоронил ее с почестями. Так что... имейте это в виду при прохождении этой миссии. Ну а на этом все.
Большое спасибо всем за просмотр. Пишите в комментариях, как вы поступили при прохождении этой миссии и удалось ли вам спасти Бьянку. И на этом все. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.